Друзья, всем привет! Я всех приветствую на своем канале. Моя песня «Молитва», которая была написана для Максима Самойлова. Это дуэтная песня. Сегодня в топ-100 за неделю на радио «Кабриолет» по всей России. Мой продюсерский центр в моем лице помогает начинающим певцам, певицам, музыкальным коллективам осуществить свою мечту. А именно написание аранжировок, текстов, создание имиджа, выпуск сольных альбомов, концерты, ротация на радио. Этим всем я занимаюсь. Сегодня у меня огромное количество людей, которые успешно уже дают концерты, выпустили свои песни и звучат на радиостанциях. С вами певец и продюсер Эльдар Артист.